Так, мы сегодня приехали на очередную выставку. Привезли Хьюстона. Влада тут же его закрыла с собой, чтобы он не попал в камеру. Зачем это нужно, действительно? Ну, что-то слегка нервничает после дороги, но сейчас успокоится. Еще народу мало. Только начинается. Вот тут такая картина. Ну ладно, будем ждать начала выставки. Так, вот это и взрослый. Месяц, 18 номеру. 26-го. Постравляю. Розетки сюда позже будешь убирать. Значит, текированный окрас, он очень непростой и очень, так сказать, интересный в плане племенной работы, в плане вины. Животные, имеющие такой окрас, имеют в любой породе свои особенности. Вот. Но серебро в сочетании с тикингом, как правило, зачастую дает уменьшение размера и мышечной массы. Вот здесь об этом ребенке не скажешь. Ребенку уже 4 месяца, и он имеет великолепный размер и длину корпуса, великолепную наполненность, он очень хорошо выращен до годных лет. Он такой грибочек паровичок, я бы сказала. Но немножко не в настроении. Хороший контраст серебра, великолепный контраст серебра. Что ты? Очень брутальные, красивые, брутальные глаза. Не отползай, что ли? Маленький, да? Давай, покажем себе красивые глаза. Широкие, ну вот это. Давай. Моя мысль. Какая правильная мысль. Птичка-то летела. Главное, конструкцию нам не расшиби. А то всяко бывает. Молодец. Он подумал и решил, что... Да, ладно, был бы с ним. Так, посмотрели на мою руку, скажите спасибо. Целоваться будем, да? Как мы будем сейчас целоваться? Это страшно сказать. Прекрасная линия профиля, широкие носик, сильный подбородок, на одной линии зеркальце носа, хороший постав ушей, уши большие, широкие основания, высокого постава, очень мощные конечности у него. Прекрасная длина хвоста и великолепная струящаяся шерсть. Ну, нельзя еще не сказать о груминге, который я сделал, так сказать, качественно и с душой. Я очень уважаю, когда на выставку приходят чистые, вымытые животные, это еще и правильно, когда груминг подчеркивает достоинство и скрывает недостатки. Ну, конечно, играться и зайки нам тут, по-моему, всем не повезло. На нем очень добро. Хьюстон! Он пришел, он не уйдет, отпускай! Хьюстон достойно выступил. Ой, у вас одна нога. Так, Хьюстон вошел в восьмерку лучших, 8 из 15. Сейчас выбираю. Посмотри на меня.
Так, я готова. Да, посадите на помощницу, оказывается, тоже участвует. Так бывает. Итак, мы начинаем награждение с 8-го места, на котором у нас находится котик под номером 76, китайский котик, молодой. Его первая победа очень приятна. Это очень важно, что он попал. Спасибо огромное. Все, вы покидаете ринг. Так, на 7-м месте у нас котик под номером 29. Это сибирский котик, молодой, великолепный. Так, на 6-м месте у нас канадский сфинкс, который вот там отрежется. 6-е место. Что ему получится? Так, 5-е место у нас занимает кошечка с изумрудными глазами под номером 65. Где у нас кошечка под номером 65? Так, на 4-м месте. На 4-м месте у нас кошка под номером 24, великолепная кошка породы моей. Я тут? Нет, да. Я тут. Так, у нас 3 финалиста. На 3-м месте у нас кошечка породы тулийский бобтейл под номером 12. На 2-м месте у нас котик под номером 28. И побеждает сегодняшний ринг, поставьте его ради бога, я не могу смотреть на ваши руки. Вот этот красивый, добротный. Хьюстон, молодец. Молодец. Браво, Хьюстон. Он вообще молодец. Он так старался. Он так вообще так старался. Он так хотел. Извините, надо возьмите ту и поиграйте. Он уронит этот стол. Ой, я вижу. Ой, добротный. Это ваше разведение или да, это мое. Да. В свое время с мамой посудились. Да. Да. Я вижу лицо знакомое, а знаете, у меня уже с головой. Все. Молодец. Спасибо вам большое. Спасибо всем за участие. Давайте. Я тут маску покажу. Так, теперь 21-22 мы Мы этого боимся, знаете, уже в семью в Минске я платила. 4-5 сентября. Сейчас я с Пельчиком пройдусь, все свои приключения с девушками. Девушки у вас громкие, мальчики сегодня все тихие, да. А девушки? Девушки сегодня там бенгалка зажигала. Это вы сами родили, да? Да. Что тут, чип или что-то? А это же ты. Нет, так сильно вы не стреляете. Да, да, вот, чтобы все дети и внуки, вот такие вот. Вот что именно это место, то, что в тебе понятно, а вот именно как-то это место выбивали себе. Видите, у него же такой контраст, как бы равномерный. А здесь почему-то очень... Если мы... У них, да, у них были такие метки, как штрихи прям. Я думала, может, оно посветлело потом. Не-не, он только родился, да. Там спиной, плохо, пойду. А хвост такой, ох, хороший, хвост такой. Юс, ты покажись хоть. Немножко индивидуально выставлены ёсна. Ну, у них часто такое, не только у них. Других пород.
Хороший клуб, конечно. Я с чем похвастаться. Вы же из Москвы, да? Нет, уже я все клуб. Он московский, да. Москву, да. Как вы пишете? На Всемирке тоже будете, да? На Всемирке в Киеве. Здорово. Хьюстон молодец. Мы приглашаем. В команде произойдет замена. Я сейчас буду уже держать жену и кота. Да, это уж как хотите. Она кота и жену. Итак, первое место. Best of Best. Номер 26. Ура! Хьюстон, браво! Всем спасибо.